Справжня болгарська валеріана. Роками заспокоює наші нерви. Скоро. Я в Центральном парке, здесь мертвец. Там холодные, белые, и пульса нет. Я проверял. Поняла, держите меня в курсе. Слушай, наш оживший мертвец ожил не до конца. Медики говорят, что доставили его в больницу, а он до сих пор без сознания. Как я мог ошибиться? Я же все-таки спортсмен, умею определять состояние человека. Ну, такие ошибки случаются. Во-первых, человек тут лежал с ночи. Во-вторых, ночью было холодно, поэтому температура тела ниже обычного на 6 градусов. В-третьих, пульс не прощупывался. Это логичный вывод в данных обстоятельствах. Вы молодец, что проверили пульс и позвонили в скорую, но в следующий раз не переворачивайте тело и вообще пытайтесь ничего не делать. Надеюсь, что следующего раза не будет. Я могу идти? Мне на работу надо? Да, конечно. Спасибо. Всего хорошего. Я могу представить его лицо, когда он увидел, что мертвец ожил. Думаешь, чтобы не испугаться? Я же опытный агент. Меня так легко не взять. Пошли. А, кстати, насчет нашего парня. Мобильный кошелек на месте, не похож на ограбление. В принципе, на нападение тоже не похоже. Видимых ран и повреждений нет. Может, кто-то погулял и домой не дошел? Может быть. Анализы покажут, если алкоголь. Почему? Добрый день. Добрый день. Черный, сядь правильно, не ломай офисную мебель. Давайте начнем. Алексей Дуров, 35 лет, не женат. Работает руководителем отдела компании «Крауд», которая занимается производством бытовой техники. Понятно. Проблемы с законом? Никаких. Все чисто. Характеристики отличные. Как его состояние? Он сейчас находится в клинике на дыхательном аппарате, в коме. Есть риск для жизни? Ну, кома – это всегда риск для жизни. К тому же у него была сильно нарушена дыхательная функция. Так что, возможно, нарушение мозговой деятельности. Понятно. В отчете с места преступления указано, что на теле у него видимых повреждений нет. Ну, видимых поверхностно действительно нет. Но при детальном осмотре я кое-что нашла. На боку у него ожог от электрошокера. А на затылке под волосами есть продолговатые кровоподтеки. Я считаю, что это следы от пальцев. Ну что, получается, его схватили за голову? Ну, скорее надавили. Сначала его оглушили электрошокером, затем прижали лицом к земле и удерживали за затылок. Видимо, до тех пор, пока он не перестал сопротивляться. Понятно. Значит, мы имеем нападение с попыткой убийства. Работаем дальше. Нас интересует ваш сотрудник Алексей Дуров. Меня он тоже интересует. Сегодня не вышел на работу и трубку не берет.
А у нас сроки горят. То есть вы хотите сказать, что вы не в курсе, что он в больнице? И этой ночью на него было совершено покушение. Покушение? Какой кошмар. В связи с этим у нас есть к вам несколько вопросов. Мы хотим узнать, не было ли у него конфликтов с кем-либо на работе? Нет, что вы, у нас дружный коллектив. Мы специально создаем атмосферу максимального рабочего комфорта. Понятно. А у вас, как у руководителя, были претензии к сотруднику Алексею Дурову? Ну, тут в двух словах не ответить. Есть один такой деликатный момент. Ну, расскажите, что это за деликатный момент? Понимаете, он очень хороший сотрудник. Недавно стал руководителем отдела, а это весьма прибыльная должность. Хорошо, а с другой стороны? В последнее время Алексей начал вести себя странно. Стал таким рассеянным, нервным. Где-то примерно месяц назад. А причину этой рассеянности, нервозности не знаете? Не знаю. Я пытался пару раз с ним поговорить откровенно, но он только больше раздражался и уходил. Нам понадобится номер его карты банковской и адрес. Вам передадут его анкету из отдела кадров. Хорошо. Спасибо вам. И знаете еще, что... Ну, может, это еще и не важно. Нет, подождите. Для нас сейчас все очень важно. Детали, любые подробности. Пожалуйста, говорите. Пару дней назад к нему приходили странные люди. Такой кавказской национальности. И мне показалось, они ссорились. Хорошо. Можете их подробнее описать? Зачем описывать? У меня есть записи с камер наблюдения. Так. Ну что, ты уже установил адрес Дурова? Да еще нет. Тут сложность. В рабочей анкете Дурова значится старый адрес, по которому он уже год как не живет. Нужно поговорить с коллегами. Может быть, с ним кто-то общался вне работы? Говорили уже. Есть несколько человек, с которыми он общался вне работы. Но дома они у него не были. Затворник, что ли? Да, ну не факт. Почему? Я, например, человек общительный, но дома толпы у себя не собираю. Когда это к тебе домой, толпы ломились, общительный ты наш. Уж поверь, ломились. Хорошо. Что дальше? Я проверил его банковские счета. Он за последние месяцы их опустошил. Снял почти все. А там сумма значительная. Около... страшно сказать. А ты уж постарайся. Около 100 тысяч долларов. Да, прибыльная работенка у него была. А зачем он снял все деньги? Он что, собирался уехать? Вообще возможно. Так, будут новости, сразу сообщите. Кстати, я загрузил уже видео с камер наблюдения, которое передал шеф Дурова. Давай посмотрим. Ух ты, кого я вижу? Все знакомые лица. Ты знаешь, кто это? Одного точно. Только мне нужно заскочить в свой кабинет. Разрешите? Да. Что у тебя? Шеф, есть новости. Спасибо. Мы просмотрели видео с камер наблюдения с работы Дурова и опознали людей, которые к нему приходили. И кто это такие? Вот этот носатый – это Карен Кутаян, известный ростовщик. Ну, на самом деле, бандит, который держит несколько рынков. А что получается? Дуров одолжил деньги у Кутаяна, но зачем он? Ведь сам при деньгах. Этого мы не знаем, как и не знаем размер займа. Но знаем точно, что Дуров опустошил свои счета, видимо, отдавал долг. И даже этих денег не хватило для его выплаты. Я тоже так думаю, потому что сумма была очень крупной, раз Кутаян приехал за ней лично. Ну, не факт. Возможно, Кутаяну нравится эта часть, так сказать, его работы. Кстати, мы знаем адрес этого Кутаяна? Нет, к сожалению, не знаем. Как и не знаем, где он работает. Но как же заемщики на него выходят? Я думаю, что через третьих лиц. Нужно завтра посетить рынок. Возможно, там мы его и встретим. Хорошо, я передам оперативно. Давай. Ну, я тебе что говорил?
Вы говорили половину? Да. А ты сколько принес? Так это и есть половина. Я больше не заработал. Так надо больше зарабатывать, понял или нет? Не зарабатывай. Добрый день. Это вы мне, любезно? Именно вам. Нам нужно найти директора этого рынка. Директора рынка? Так я не директор рынка. Мы знаем, что не вы. Директор рынка Карен Петуян. Где мы его можем найти? Я не знаю. Он, наверное, редко здесь бывает. А я его вообще не знаю. Вообще. Вообще не знаю. Да. Значит, вы по собственному желанию из людей деньги убиваете, да? Кто выбивает? Я выбиваю? Нет, это мой друг. Мы с ним так. А, друг, да? Да. Тогда мы больше не беспокоим. Все. Алло, Карен? Тут какие-то типы тобой интересуются. Серьезные, слушай? Да. Я не знаю, но ты вообще на рынок пока не суйся. Договорились? Давай, брат. Давай. Ты что пугаешь, Эл? Телефон? Я вообще не понимаю, что вы мне говорите. Тогда вам придется сейчас с нами проехать, а там вам дадут понять и по-нашему, и по-вашему. Давай. Какой грозный, а? Работа такая. Как успехи? Ну, шифруется этот КТН хорошо, но от меня так просто не спрятаться. Всевидящие ОКО не дремлят. Я надеюсь, это цитата? Потому что до отпуска еще далеко, а я вижу, тут у нас уже кто-то того. Ну, не знаю, кто тут того, но, видимо, ты о Властелине колец ничего не слышал. Я не просто слышал, я еще и читал. А может, ближе к делу, а? Да, я сначала пытался отследить его телефон по GPS, но у него установлен блокиратор. Тогда я зашел с другой стороны. Ну а там, с той стороны, что? А с другой стороны у него контрактный номер, а контракт заключен на юридическую фирму. Фирма, конечно, липа, но, видимо, это точка Таяна. Так, а что там с доступом? Ну, это не Форт Нокс. Обычное офисное здание, штурм не понадобится. Приходим, заходим, говорим. Хорошо, если так. У Карена много коллекторов. Может быть, он сам и не участвовал в нападении. Так что к этому вопросу нужно подойти осторожнее, без напора. Приходим, заходим, говорим, он сказал. Пусть теперь сам попробует поговорить с этими амбарами. Оставайся тут. Карен Катаян? Да, это я. Хотел Чем могу помочь? Ребята, подождите, мы просто беседуем. Мы правда просто беседуем? Пока да, просто беседуем. Очень хорошо. Еще раз спрошу, чем могу помочь? Это вы? Да, это я. Почему мы приходили к Алексею Дурову? Это из-за денег? Нет, просто побеседовать. Угу. То есть вы хотите сказать, что он у вас денег не занимал? Занимал. Это обычная практика, мой бизнес. Люди приходят, одалживают у меня деньги. Обещал вернуть через неделю. Зачем вы тогда приходили к нему? Неделя еще не прошла. Милочка, приходить к должникам – это акт вежливости, чтобы напомнить. Про свой долг. Про то, что вы все знаете, где он живет, где он работает и так далее. Да? Ну, не без этого. Но он обещал все вернуть вовремя. То есть завтра. В смысле завтра? Вы уверены, что не вчера? Уверен. Завтра в 4 часа дня он должен вернуть 10 тысяч плюс проценты. 10 тысяч? Вы уверены, что не 100 тысяч? 10 – это вот столько, а 100 – это вот столько. Разница есть? Понятно. Нам нужен его адрес. Вы сомневаетесь? Хотите спросить у него? Хорошо.
Сейчас напишу. Пожалуйста. Он сам ко мне пришел. Все было по обоюдному согласию. Созвон с Риной. Кутаян ничего не знает о нападении. Ждет возврата долго завтра. Срок возврата еще не истек. У него не было смысла нападать. Пошли по адресу. Отлично. Но он не очень отличался чистоплотностью. Ну, холостяк. Что ты поделаешь? Так, я посмотрю, что интересного в компьютере. А я смотрюсь. Ага. Так. Странное место для занавески. Ну, оно странное, если там нечего скрывать. Опа. А кто это? Я не знаю. Но я думаю, что Алексей Дуров очень им интересовался. Я думаю, что время и нам заинтересоваться им. Познакомьтесь. На этих фотографиях Артур Ноябрев. Официально бизнесмен, директор компании Boot Invest Styles. Неофициально бандит. Да, на редкость ушлый тип. Проходил по множеству дел, связанных с различными аферами, но против него всегда не хватало улик. Чем же он мог заинтересовать Алексея Дурова? А вот это вопрос. Связи я проверил. Таковых нет. Дуров и Ноябрев никогда не пересекались. Ни по личным делам, ни по бизнесу. Но, тем не менее, Дуров отслеживал все перемещения Ноябрева. Во всяком случае, за последний месяц. А что в компьютере Дурова? Компьютер недавно тщательно почистили. Но я уже работаю над восстановлением. Надеюсь, скоро будут результаты. Молодец, хорошо. Вот что, Игорь, надо поговорить с этим Ноябревым. Так как к нему так просто не попадешь. Что так? Для встречи запись за месяц, интервью он не дает. В офис без санкций тоже не проникнуть. В общем, охраняют его как достояние республики. Ну ничего, мы попробуем напрямик. Как говорит наш Черных, придем, зайдем, поговорим. Правильно, Вень? Добрый день. Нам нужно поговорить с Артуром Ноябревым. Ваша фамилия? Мы не записаны. Мы ведем расследование, и нам нужно с ним поговорить. Ничем не могу вам помочь. Понимаете, если мы не поговорим с Артуром в неформальной обстановке, то нам придется брать судебное постановление. Это чревато неприятными последствиями для вас. Приходите, когда будет постановление. Вот как. Хорошо. Что-то проход в лоб уже второй раз не получается. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел 44. Артур, нам нужно поговорить с вами и задать несколько вопросов. Ну и что вы хотите? Алексей Дуров. Он вам знаком? Первый раз вижу. Это все. А вот он чего меня интересовался. Знаете почему? Мне что, тут стоять угадывать? Повторяю, я его не знаю. А он что-то говорил? Пока нет. Вчера его хотели убить. Он в коме. А сегодня в его квартире мы нашли ваши фотографии. Разговор окончен. Вы понимаете, нам придется с вами еще увидеться. Я уже думаю, что не здесь. Пустая болтовня. Чем уверен, что Ноябрев причастен к нападению на Андрея Дурова. На этот раз мы его прижмем. Разрешите? Да. Мы с новостями. Слушаю. Я закончил восстановление удаленных файлов с компьютера Дурова. На компьютере нет ничего интересного, но его имейл дал нам очень многое. Мы выяснили, почему Дуров снял все деньги. Ну? На почте очень много писем с угрозами и требованием выкупа. Выкупа? А кого нужно выкупать? Вот и я.
Эти фотографии были прикреплены к письмам с угрозами. Напода Алиса Фролова, 26 лет, работает в маникюрном салоне. А еще она невеста Дурова. Невеста? Да, Дуров забронировал дату в ЗАГСе. Через 4 месяца у них должна была быть свадьба. Так, судя по опустошенным счетам, он заплатил выкуп. Ее отпустили? 2 недели назад она умерла. Есть соответствующая запись в центральной больнице. Не убили. Это надо еще выяснить. Я взяла журнал, как вы просили. Кто именно вас интересует? Нас интересует Алиса Фролова. Умерла 2 недели назад. Нужны детали. Так, посмотрим. Есть такая. Фролова Алиса. Массивный ушиб легких, повреждение кровеносных сосудов, множественные переломы костей. Ее что, избивали? Нет. Травмы связаны с падением с высоты. Ее привезли в больницу еще живой, но она умерла, так не придя в сознание. Скажите, пожалуйста, а откуда она упала? Ее нашли во дворе дома номер 5 по улице Радужной и вызвали скорую. То есть она упала из балкона или выпала из окна? Таких данных у нас нет. В деле отмечено как несчастный случай. Ясно. Спасибо. Давайте подытожим. Давайте. Месяц назад кто-то похищает невесту Алексея Дурова с целью выкупа. Отсюда нервоз Алексея, о котором говорил его начальник. Судя по слежке, Алексей мог считать похитителем своей невесты на эмбрион. Вероятно, но не факт. Алексей никому не звонит, потому что есть угроза жизни невесты, и решает сплатить выкуп. Получается, он отдает все деньги, а Алиса все равно погибает. Возможно, похититель убил ее, а возможно, это был несчастный случай. Ну, скажем, при попытке бегства. Алису удерживали в одной из квартир дома номер 5 по улице Радужной. Я хочу уточнить, что ни один из фигурантов этого дела не имеет квартиру в данном доме. В первую очередь мы должны понять, кто же похитил Алису и как она умерла. И еще вопрос. Для чего были одолжены 10 тысяч долларов уже после смерти Алисы? Шеф, я тут кое-что выяснил. 4 недели назад секретарша Ноябрева арендовала квартиру по адресу Радужная, 5. Ну что, а вот и связь. Добрый день, Вера. С кем имею честь говорить? Отдел 44. У нас к вам есть несколько вопросов. Главный вопрос об арендованной вами квартире по адресу улица Радужная, дом номер 5. Квартиру? Что-то не припоминаю. И стесняюсь спросить, а почему вы интересуетесь, что и где я снимала? Нас бы это не интересовало, если бы в этой квартире не держали заложницу, которая в результате погибла. Это так? Что так? Я спросил, это так? Я не знаю ни про какую заложницу. Хорошо. Тогда объясните нам, зачем вы арендовали эту квартиру. Иначе нам придется привлечь вас по этому делу как соучастницу. Это все Борис. Я просто арендовала квартиру по его просьбе. Кто такой этот Борис? Это ассистент, и он же правая рука моего босса, Артура Ноябрева. Артура, говорите? Да, Артура. Допустим, мы вам верим. Нам нужны все данные с компьютера вашего босса. Желательно копия с жесткого диска. Понятно? Хорошо, понятно. Заканчиваю работу с компьютером Ноябрева. Секретарша это неправильно сделала копию диска. Я потратил кучу времени на восстановление. Да, и это что дало? Дало. Теперь можно точно сказать, что Алексей Дуров в своих заключениях был прав. То есть ты хочешь сказать, что невесту похитил Ноябрев? Да. В компьютере есть шифрованные данные о переводе значительной суммы на несколько офшорных счетов Ноябрева. В общей сложности это как раз 100 тысяч долларов. Ну и что? Он ведь бизнесмен, и это могли быть его личные средства. Могли. Но еще в компьютере есть папка, где очень много фотографий, связанных с Алисой Фроловой. И некоторые из этих фотографий были отосланы Дурову. Это другое дело.
Правда, имейл, с которого отсылали фотографии, компьютер не отображает. То есть эти фотографии были отосланы не с этого компьютера. Ну и что? И мне кажется, что эти письма мог отправлять и другой человек, ну, по его указке. Ну, в принципе, да. Например, Борис Готов, который, кстати, в прошлом имел приводы за бандитизм, а сейчас он как раз правая рука Ноябрева. Борис Готов. Надо поговорить с этим Борисом Готовым. Если он что-то расскажет, то у нас будут веские улики против его босса. А пока у нас все очень хлипкое. Да. Борис Готов. Стоять на месте или разговор мы продолжим в больнице? Тихо, тихо, стою. Чего же вы нервные-то такие? Вы арестованы за похищение Алисы Фроловой и нападение на Алексея Дурова. Похищение, нападение? Что вы такое говорите? Вы поедете с нами. Никуда я с вами не поеду. Это произвол, беспредел. Я в таких раскладах не участвую. А кто участвует? Вас несколько раз уже задерживали. Если еще раз попадетесь, то тюрьма гарантирована. Так что рассказывайте про похищение. Да это все шутка была. Розыгрыш. Артур попросил привезти меня скотч, веревки, фотоаппарат, девушку привезти на съемную квартиру. Алису Фролову? Да, Алису Фролову. Правда, настоящая ее фамилия Алиса Ильчева. Она давняя знакомая Артура. Его знакомая? Да, она приходила, он ее фотографировал. Подстава, инсценировочка. Делал из нее заложницу, а потом она уходила. Подстава, говорите? Так было несколько раз. Она приходила добровольно и добровольно уходила. А я в их дела не лезу. Тогда любопытно, как она погибла? Не знаю, меня тогда не было. Знаю, что это была последняя встреча, и все. В общем так, если вы хотите избежать ареста за соучастие, вы подпишите все показания. Ясно? Ясно. Хорошо, хорошо, я подпишу. Шеф, есть новости. Да, заходи. Что у тебя? Ничего себе. Проститутка. Да. Алиса Ильчева, известная нам как Фролова, девушка по вызову, нанятая Ноябрёвым для аферы. Документы на Фролову, липа. Если Дуров очнется, эта новость для него будет не самой приятной. Я так понимаю, он в нее влюблен, если собирался жениться. Я думаю, что это была часть аферы. Она должна была его влюбить в себя, а потом Ноябрёв инсценирует похищение с целью выкупа. Понятно. Дуров каким-то образом узнал, что Ноябрёв причастен к похищению и, возможно, смерти Алисы, и начал его выслеживать. Я думаю, что путем слежки он вычислил, как можно подобраться к Ноябрёву поближе. Мне только непонятно, почему их стычка произошла ночью в парке. Ну что, Ноябрёву там было дело. Ничего, мы это тоже выясним. У нас, кстати, есть все для задержания Ноябрёва. Нужно только постановление, чтобы войти к нему в офис. Ну, не волнуйся, постановление будет. Иди. Еще раз повторяю, без своего адвоката ни на какие ваши вопросы я отвечать не стану. Он уже едет. Ну что ж, это ваше право. Присаживайтесь. Нам, кстати, и спрашивать у вас что-либо нет никакого смысла. Что так? У вас нет на меня ничего? Наоборот, у нас есть все необходимое. Да. Я в этом сильно сомневаюсь. А это зря. Мы знаем, что вы наняли проститутку Алису Ильчеву для аферы с шантажом с целью выманить у Алексея Дурова $100 000. Да. Какая интересная басня. Басня, говорите. Ну что ж, у нас есть данные с вашего рабочего компьютера, а также показания вашей секретарши, которая сняла квартиру, в которой удерживалась Алиса. Мало ли, что сняла моя секретарша. В этой квартире мы обнаружили отпечатки пальцев. Это ваши отпечатки пальцев и Алисы. А еще у нас есть показания вашего ассистента Готова, который все очень грамотно расписал. Век живи, век учись. Развел вокруг себя крысятник. Никогда не доверял людям, чтоб так, а? Вот сволочь. Алису с балкона умышленно столкнули? Нет. Она сама. Мы делали снимки и
инсценировали, как бы ее привязали на ночь на балконе. Она типа замерзла. А она... Сорвалась вниз? Да. Поскользнулась. Ну а что, Дуров? Зачем вы на него напали? Он вас вычислил? А вот это не надо. О нападении на Дурова я ничего не знаю. С момента гибели Алисы я с ним даже не пересекался. Ладно, это мы выясним. А пока вы арестованы за шантаж и непреднамеренное убийство Алисы. Да. Добрый день. Это из центральной больницы. Вы просили позвонить, если пациент придет в себя. Спасибо. Добрый день. Мы насчет Дурова. Нам сказали, он пришел в себя. Он умер. Он пробыл в сознании всего минуту. Не успели, значит. Он сказал странную фразу перед смертью. Какую фразу? Он сказал, нанял киллера, это был киллер, ему было ближе всех. Вот это все. Нанял киллера? Так вот на что. Вероятнее всего, Дуров одолжил у Кутаяна 10 тысяч. Да, но выслеживая Ноябрева, Алексей Дуров уже поставил перед собой четкую цель. И цель эта – убить Ноябрева. Но он же быстро смекнул, что к Ноябреву так просто не подобраться. Потому он нанял киллера. А где он его нашел? У него на профессионального киллера выходов не было. Да и сумма не такая уж большая. Да и в интернете подобных запросов он не делал. А помните фразу Дурова? Ему было ближе всех. Что она может означать? Думаю, что это означает, что киллер был из ближайшего окружения Ноябрева. Вот я тоже так подумала. Возможно, Дуров смог выйти на человека, приближенного к Ноябреву, и нанять его в качестве киллера. Да. Игорь, нужно попасть в отдел кадров компании Ноябрева и выяснить, кто имел непосредственный доступ к самому Ноябреву. Ну, а постановление я получу. Есть один важный момент. Дуров одолжил деньги примерно неделю назад. И за этот период на Ноябрева не было покушений. Да и по-прежнему остается загадкой, кто напал на самого Дурова. Все фигуранты, с которыми мы разговаривали, имеют алиби на момент нападения, в том числе и Ноябрев тоже. А вот это мы выясним, когда уже найдем киллера. Скорее всего, он, ну, по какой-то причине и напал на Дурова. Женька. Ну что, похоже. Знаете, личное дело из отдела кадров – это запрещенная информация. Да, но вы постановление суда видели? Видела. И поэтому не препятствую. И все-таки выражаю свое недовольство. Хорошо, мы это обязательно учтем. Я могу вам еще чем-нибудь помочь? Это все работники отдела? Да. Я собрала дело всех сотрудников, которые пересекались с Артуром Ноябревым. Хорошо, спасибо. Можете быть свободны. Ну и что скажешь? Тут много рядовых менеджеров, но они все одноразово пересекались с Ноябревым. Да, а нам нужен человек, который имел частый и свободный доступ к нему, понимаешь? Можно выделить 4 человека. И первый из них – Борис Годов. Нет, он цепной пес Ноябрева. Они вместе организовали аферу, и он даже не стал бы разговаривать с Дуровым. Хорошо, а секретарша? Мы ее проверяли. Ладно, тогда остается 2 человека. Это телохранитель Ноябрева и... Водитель Юрий Зотов. Совершенно верно. Вот мы их и проверим. Привет, новости есть? Да. Так, есть новости? Есть. Я проверил телохранителя и водителя. Первый никак не фигурирует, а вот водитель может и быть этим киллером. А на чем основывается вывод? На том, что его мобильный телефон есть в списке исходящих вызовов в телефоне Дурова. И неоднократно. Как давно?
Около 2 недель, как раз примерный период, когда Дуров решил нанять киллера. Так, водитель вполне подходит. Он имеет прямой доступ к Ноябреву. А что за человек? Вот, Юрий Зотов. 37 лет, у Ноябрева работает 4 года, не женат. Получается следующее. Дуров выходит на Зотова и предлагает ему деньги, чтобы он убил Ноябрева. Тот, по всей видимости, соглашается. Но мы вместо мертвого Ноябрева имеем мертвого Дурова. Ну, тогда другой вопрос. Что же они могли между собой поделить? Вот что, разыщите этого Юрия. Самое главное, разыщите. У нас конкретного на него ничего нет. Так что придется блефовать. Березотов? Ну, да. Вам нужно проехать с нами. С какого перепугу? У нас есть данные о ваших разговорах с Алексеем Дуровым. Он нанимал вас в качестве киллера для Артура Ноябрева. Нанимал? Меня? Так собирайтесь, уедете сами. Не, погодите, погодите. Давайте я сейчас все расскажу. Давайте. Рассказывайте. Дуров приходил ко мне и хотел, чтобы я убил босса. Так зачем мне-то это надо? Ну, сейчас босс арестован. И что? И я не удел. То есть вы хотите сказать, что отказались? Да. Господин Зотов, я хочу вас предупредить сразу. За дачу ложных показаний мы вас арестуем, ясно? Погодите, погодите, я же все рассказывал. Дуров обратился ко мне. Я ему сказал, что я этого сделать не могу. Но у меня есть один знакомый киллер, который за 10 тысяч ему сделает прекрасно всю работу. И что же это за киллер? Да, один знакомый мой, Рома, охранник. Только он не киллер никакой. Ну, так бы он взял бы с Дурова деньги, а потом бы мы их поделили. Что было бы дальше? На его вопрос, почему Ноябрев до сих пор еще жив, я бы ему ответил, что киллер мой знакомый пропал где-то, и я не знаю, где его искать. Да, сразу видно, что вы старательно перенимаете поводки вашего босса. Дальше. Дальше Рома пропал после встречи с Дуровым. Он перестал отвечать на мои звонки, дома не появляется. Ну, исчез собака. Вот люди. То есть, получается, он взял деньги у Дурова, а с вами решил не делиться? Похоже на то. Шеф, установили личность этого охранника. Роман Ушаков, 35 лет, работает в охранном агентстве по найму. Угу. Ушаков Роман Геннадьевич. Я вижу, у него были проблемы с законом. Ну, привлекался за драку в баре. Так, и что же мы имеем? Два приятеля решили кинуть Дурова. В конечном итоге один приятель кинул другого. Да, Зотов собирался представить Ушакова как киллера, а потом поделить деньги Дурова. Вы уже установили, где сейчас находится Ушаков? Ни в агентстве, ни дома он не появлялся. Но есть информация, что на его имя в центре арендованы 4-комнатные апартаменты. Ух ты! Решил немного шокануть на ворованные деньги? Да, похоже на то. Ну, мне кажется, пора к нему наведаться. Оперативникам я адрес уже передал. Ромчик, это ты? Здрасте. А вы кто? А вы кто? Мы подруги Ромчика. Ага, значит, подруги Ромчика. Хорошо. Покажите ваши документы подруге. А можно без этого? Мы же никому не мешаем, пьем шампанское. Тогда рассказывайте, как давно вы тут, где ваш друг Ромчик? Он заплатил нам за неделю, мы здесь только 2 дня. Да, видимо, наш киллер решил шикануть. Он что, киллер? Да, никакой он не киллер, он обычный вор. Ну и нанял вас на краденые деньги, вот и все. Ну, знаете, деньги, они и есть деньги. Из наших клиентов никто у станка не стоит. Так, это понятно. Вы вопрос слышали? Где он? Ушел на встречу. Я слышала, как он по телефону говорил. А куда он собирался, не говорил? Говорил. Ну так куда? Я не помню. Ясно. В общем, нам придется здесь осмотреться. Ну, если вы не против, конечно.
Да, пожалуйста. Он заплатил вперед, так что можете смотреть, сколько хотите. Так. Может, шампанского? Я на работе не пью. А мы пьем. Вы же нас не арестуете. Посмотрим. Эксперта. Что это? Что такое? Что ты здесь делаешь? Да, неплохо вы погуляли. 7 000 долларов за 5 дней. Сильно? Мне кажется, это мое личное дело, как я трачу свои деньги. Свои? Или Алексея Дурова? Какого еще Дурова? Давайте не будем ломать комедию. Слушайте, это кто еще ломает комедию? А вот вы знали, что если иглы электрошокера попадают в открытые участки тела, то на их концах остаются микрочастицы эпителия, по которым можно провести анализ ДНК. Что? Вы не знали, я понимаю. Так вот, мы провели такой анализ и выяснили, что на электрошокере, который был найден в вашей сумке, есть ДНК Дурова. Ну и что это значит? Это значит, что вы были с ним в парке в ту ночь, когда на него напали. Слушайте, зачем мне это? Все нужно разжевывать. Да потому что вы выдали себя за киллера с легкой подачи вашего приятеля, водителя Зотова. Он дал показания. Сучоныш. А что вы хотели? Вы кинули своего приятеля, и что, хотели, чтобы он вас простил? Зачем вы убили Дурова? Короче, это случайно получилось. Мы когда с ним встретились, то он меня раскусил. Ну, понял, что я не киллер, и хотел уйти. А вы ему не дали? Да не хотел я его убивать. Я просто хотел забрать деньги и уйти. Я его ударил шокером, прижал к земле. Я думал, он просто потерял сознание. Хотел, прижал к земле. А зачем было прижимать? Что, шокера не хватило? Да не знаю. Жаль Дурова. Получается, его обманули дважды. Первый раз это когда этот негодяй Наябрёв придумал аферу с девушкой, ну а второй раз, когда охранник себя выдал за киллера. Да, бедняга. Сначала он потерял все деньги, а потом еще и жизнь. Но идея Наябрёва не нова. Аферисты, работающие в паре, неоднократно так уже делали. Сначала девушка влюбляет в себя жертву, а потом начинается афера. Как и в данном случае. С похищением подставной невесты и последующим выкупом. Она ведь все равно бы от него ушла после выплаты денег. Да. Наябрёв знал, что Дуров при деньгах, вот и придумал это. А вот смерть девушки внесла некоторые коррективы в его замысл. Да, после того, как девушка погибла, идея Дурова о мщении оказалась вполне обоснованной. Он даже сам хотел это все сделать, но из-за проблемы с доступом к Наябрёву он решил искать киллера. И тут второй обман. Охранник решил выдать себя за киллера и собирался денежки присвоить себе. Если бы Дуров не раскусил охранника, он, скорее всего, остался бы жив. Да, но без средств к существованию и долгом. Он был умным человеком, хорошим бизнесменом. Я думаю, что вопрос со средствами он бы решил. Когда зарабатываешь деньги своей собственной головой, а не какими-нибудь там аферами, всегда сможешь оставаться на плаву. Эй, хозяева! У вас дверь открыта. Ау! Это Василий и Жека. Мне показания счетчиков снять. Господи, что за вонь тут?
фантазии такие. Вот интересно, для чего они это все сделали? Не знаю, для чего они это сделали. Но от этого запаха мне глаза режет. Судя по всему, тела здесь находятся 2 или 3 дня. Причина смерти? Возможно, яд в еде. Не могу пока точно сказать, экспертиза покажет. Создание из тел – инсталляцию семейного ужина. Скорее всего, это что-то личное. Возможно. Тела обнаружил работник ЖЭКа. Он сказал, что когда пришел снимать показания с счетчиков, то двери были уже открыты. Угу. Я на замке не обнаружила следов взлома. Это о чем говорит? О том, что они сами впустили убийцу. То есть они его знали. А это, кстати, поддерживает твою версию про личные мотивы. Знаете, что это поддерживает, но от этого запаха у меня сейчас голова просто лопнет. А что это такое? Что? Они между собой связаны веревкой под столом. Даже не знаю, что сказать. Вот когда ревнивая жена убивает мужа, это плохо, конечно, но хотя бы объяснимо. А когда сталкиваешься с подобным, даже не знаю. Они давно мертвы? 3 суток. И причиной смерти был не яд, как предположили оперативники. А что? Убийца проткнул жертвам головной мозг через ушной проход. Длинным предметом. Я думаю, это была отвертка. Кошмар. А затем поместил в уши пробки, чтобы кровь не вытекала. Понятно. Что еще? У женщины на виске есть небольшая круглая гематома. Похоже, к виску прижимали дуло пистолета. Вероятнее всего, убийца хотел таким образом контролировать мужа. Да, да. Затем, после убийства, он усадил жертв на стул и примотал к рукам столовые приборы. А тела связал веревкой под столом. Этот убийца должен быть очень сильным человеком, если усадил тела. Они весят по 70 килограмм. А может, он убил их сидящими? Нет, нет. Кровь убитого есть на полу, вдалеке от стола. И потом, когда он проткнул ухо, тело билось бы в конвульсиях и не удержалось на стуле. Ужас, ужас. Ладно, работаем дальше. Вениамин? А, ты уже здесь? Это что? Данные о занятиях благотворительностью Марковых. Во как? Дай посмотреть. Смотри. Ну что там? Пара убитых. Сергей и Елена Маркова. Обоим по 40 лет, женаты около 7 лет, оба вторично. Так, род занятий? Он работал дома, литературный редактор. Она администратор в магазине женской одежды. Они не богачи, но при деньгах. Как я вижу, судимости у них не было. Да, судимости нет. Вообще темных пятен нет. Вполне добропорядочные люди. Даже благотворительностью занимались. Ты компьютер их проверил? Ну, конечно. Но все как обычно, ничего подозрительного. Да, ничего подозрительного, темных пятен нету, но тем не менее их убили. И довольно изощренно. Интересно, почему убийца выбрал именно этих людей? Может быть, это маньяк? Да ну, проще простого все списать на работу маньяка. Тем более, даже маньяки руководствуются определенной логикой при выборе жертв. Ну, это да. Да. У Елены Марковой на работе есть некая Любовь Семакина. Судя по страничке в социальной сети, она ближайшая подруга. И, кстати, мы еще с ней не говорили. Ну вот, и поговорите. Я думаю, что ближайшая подруга должна знать о тех скелетах в шкафу, которые мы пока не видим. У меня как раз есть минутка. Я могу с вами поговорить про Лену. Извините, пожалуйста, что нам приходится вас дергать, но нам необходимо. Что вы, это нормально. Вы должны как можно быстрее найти и наказать того, кто мог совершить такое. Лена и Сережа были такой прекрасной парой. Хорошо, скажите, у Елены были конфликты на работе? Нет, что вы, Леночка была очень мягким человеком, все ее очень любили. А как узнали про это,
Просто как в воду опущенные. Скажите, может, вы знаете о ее каких-то проблемах? Может, что-то странное происходило в ее жизни в последнее время? Кажется, нет. Нет-нет. Хотя... А нет, точно нет-нет. Понимаете, сейчас любая информация может быть очень важна. Так что говорите, пожалуйста. Вот вы знаете, первый муж Леночки, Вадик, вот кто был настоящий гад. Если бы вы меня спросили, кто мог навредить Лене, Сереже, я бы с уверенностью ответила, только он. Вадика фамилия? Вадим Вольцев. Он постоянно пил, все время Леночку избивал, изменял ей. В общем, просто сволочь последняя, понимаете? Но вот только вряд ли он мог бы, потому что он сейчас в тюрьме находится. В тюрьме? Да. За нападение на женщину. И что, давно он там сидит? Вот уже 7 лет. Леночка вышла замуж сразу после того, как он сел. Что у тебя по Гульцеву? Слушай, ты знаешь, кто такой Флэш? Друг Флэшки, что ли? Ну, не знаю. Это супергерой американских комиксов. Он обладает способностью передвигаться со скоростью света. Так, и что? Так вот, я не он. Я информацию от оперативников получил точно так же, как ты, 10 минут назад. Хорошо, это досье на него? Да. Так, у него были приводы за бытовое насилие и пьяные разборки. 3 был уволен с работы. За что сидит? Нападение на женщину с ножом. Изнасилование? Нет, ограбление. Женщина ранена не была. Так, ну и сколько ему еще сидеть? Сейчас. А нисколько? Он вышел из тюрьмы полудо недели назад. Вот оно что. Ну и где он сейчас? Живет в социальном общежитии для освободившихся заключенных, которые не имеют своего жилья. Да, то еще местечко. Нужно туда наведаться. А че без стука? А мы стучали. Ну разве в этом балагане достучишься? Ну ясно. И что надо? Мы ищем вашего соседа. Вадима Кольцева. Знаете такого? Кто? Вадя Топор. Так и нет его. Мы это видим. Где он? А я не в курсах. Он шмотки собрал и свалил. Рожа довольная была. И чем же он так был доволен? А тем, что вопрос вы решил. Какой вопрос? Ой, да вам все надо знать. Вадя как из тюрьмы откинулся неделю назад, так сразу интересоваться начал своей бывшей. Ну, женой своей сечете. Ну, это мы и знаем, понимаем. Дальше. А как узнал, что она за другого выскочила, так сразу взбесился, он чуть стенку не проломил. Я говорю, не гони тут, а он... И что потом? А потом, ну, 3 пришел, довольный такой. Сказал, что вопрос уладил, потом свалил. Хорошо. Спасибо вам за информацию. Человек, тебе передали отпечатки Гольцева для сравнения? Да, есть совпадение. Отпечатки Гольцева были обнаружены в квартире Марковых. Ну что, он, бывший муж Елены, мог бывать не раньше? Нет, не мог. Потому что Марковы переехали в эту квартиру уже после ареста Гольцева. Так что же получается? Он бывал в квартире Марковых уже после своего освобождения, а затем сказал своему соседу по общежитию, что уже решил вопрос со своей бывшей женой. И кажется, мы знаем, как именно он его решил. А после собрал все вещи и уехал. У нас есть информация, что такой человек страну не покидал. Но он может скрываться в любом другом городе. А автостопом добраться до любой точки ему даже не придется светиться с билетами. Вольцев никакой другой город не направлялся. Есть информация, что он находится в городе. Снял для себя маленькую квартирку в одном из спальных районов на свое имя. Интересно, откуда деньги? Ну вот у него и спросим. Оперативникам я адрес уже передал.
Здравствуйте. Просто зрение плохое. Стоять! Все. Вадим Гольцев, вы задержаны по подозрению в убийстве Елены и Сергея Маркова. Чего? Че, охренели? Слушайте, это хрень какая-то. Я всю дорогу вашим людям говорил. Я не имею понятия, кто завалил Ленку. Завалил? Это вы так о своей бывшей жене говорите? Ну, как сказать? Замочил, пришил. Понятно. Не я это, понимаете? Не я. В ее квартире найдены ваши отпечатки пальцев. А это значит, что вы там были? Ну, так я и не отрицаю, был. Когда, зачем? 3 дня назад я как только освободился, первым делом хотел Ленку увидеть. Но как узнал, что она под другого, ну, с другим, короче. Это мы знаем. Вы еще сказали соседу, что решили вопрос с бывшей. Что вы имели в виду? Да я про бабло говорил. Про деньги? Какие? Ну, узнал я, где живет Ленка. Ну, хотел прийти к ней поговорить, чтоб вернулась. Ну, а там новый у нее этот муж. И вы на них напали, так? Да нет же, говорю. Я когда пришел, а этот фраер мне сразу, ну, предложил эту как компенсацию. Ну, типа, чтобы я взял деньги. Я знаю значение слова компенсация. Ну вот, он мне сразу предложил 5 зелени, но я и прозрел. Сразу хату снял, чтобы в общаге не маяться. Хорошо, скажите, где вы были 3 дня назад? В воскресенье. Около 7 часов вечера. Да не помню я. Я как раз хату снял. Может, там и висел. Может, телек смотрел. Может, бухал. Не помню. Ладно. Историю вы рассказали грамотно. Но алиби у вас нет. Так что побудете здесь в ближайшие 72 часа. Решила в гости зайти. Двери были открыты, да? Нет, закрыты. У нее были ключи, и она сначала подумала, что Родионовы просто спят. На первый взгляд, так оно и выглядит. Подожди, а это что? Клей? Да. Они приклеены друг к другу универсальным клеем. Да, первую пару он связал, вторую пару вообще склеил. Обрати внимание на ухо. Причем недавно, прошло не более суток. Как понимаю, Гольцев к этой паре не имеет никакого отношения. Правильно понимаешь. Скажи, пожалуйста, когда ты перестанешь опаздывать? Я не опаздываю. Я задерживаюсь. Николай Алексеевич, сюда желательно ничего не ставить. Извини. Ну что, какие новости? Ну что, могу сказать. Смерть наступила 30 часов назад в результате повреждения головного мозга через ушной проход. Значит, можно сказать, что это делал тот же самый убийца, что и в предыдущем случае? Думаю, да. А что еще? Тела были склеены очень тщательно. Убийца использовал универсальный клей, так что патологоанатому, который будет готовить тела к захоронению, придется потрудиться. А отпечатки? Сняли несколько, но пока совпадений нет. А еще у женщины была сломана рука. И это произошло уже после смерти. А зачем он это сделал?
Но, вероятнее всего, это произошло в момент, когда он делал свою эту инсталляцию и выкладывал тела. Видимо, он достаточно физически развит и не рассчитал усилия. Слушай, вот вторая пара. Это Антон и Юлия Родионова. Им по 35-30 лет, соответственно, оба преподают в университете. Ну, а есть какая-то связь между ними и семьей Марка? Нет, их ничего не связывает. Семьи совсем разные. Марковы при деньгах, Родионовы живут скромно. Я не понимаю, почему маньяк выбрал именно эти семьи. Что, мы опять вернулись к версии маньяки? Ну, почему нет? Серийность преступления налицо, отсутствие прямой мотивации. Ну ладно, насчет мотивации нужно еще покопать. Итак, что мы имеем общего в преступлениях? Обе инсталляции изображали тихую семейную идиллию. Видимо, убийца на этом зациклен. Хорошо. А что еще? Вы уверены, что никто из членов семьи нигде никогда не пересекался? По крайней мере, мы пересечения не обнаружили. Ясно. Я думаю, что нужно поехать в университет и поговорить с коллегами. Кстати, заведующий кафедрой исторического факультета – близкий друг Родиона. Ну и прекрасно. Значит, надо с ним поговорить. Но если и там будет пустота, тогда… Тогда уже мы сможем обсудить версию маньяки. Хорошо. Да, и вот еще что. Каптан считает, что преступник – мужчина крупного телосложения и развит хорошо физически. Это пригодится. Здравствуйте. Дмитрий Норин? Да, это я. Мы к вам по поводу Родионовых. Вы же знаете, что произошло? Да, конечно. Это кошмар. Убийство. Как такое бывает вообще? Ну, к сожалению, такое случается. Скажите, пожалуйста, как вы можете охарактеризовать семью Родионовых? Прекрасные люди. Тихие, спокойные. То есть никаких конфликтов у них? Никаких конфликтов нет, это я могу смело сказать. Юля преподавала у меня историю на факультете, Антон – музыку. Так, я так понимаю, что вы с Антоном были друзьями, он мог с вами поделиться. Может быть, у него были конфликты вне работы? Ну, если были, то он ничего такого не рассказывал. Знаете, они были миролюбивые люди, со всеми находили общий язык. Кстати говоря, Антон занимался репетиторством. Репетиторством? Он давал уроки разным людям. В его кабинете лежит журнал с его расписанием. Я кого-нибудь могу попросить принести его вам. Да, это было бы замечательно. Большое спасибо. Конечно, немыслимо. Немыслимо. Очень интересно. Судя по характеристикам коллег, у нас две замечательные семьи, которые почему-то кому-то навредили. Ну, если придерживаться версии Тастунова, я по поводу версии маньяка. Кстати, я поддерживаю эту версию. То тогда ничего необычного здесь нет. Объясни. Маньяки – это люди ущербные в основном. Поэтому он и выбирает семьи, которые олицетворяют порядочность и миролюбие. Понятно. Вот, Василий, вам передайте. Спасибо. Так, график занятий. Родионов. Ух ты. В списке учеников Антона Родионова есть Елена Маркова, жена из первой семьи. Я не думаю, что это просто случайность. Ну что? Боюсь, версию о маньяке придется пока подвинуть. Так, то, что мы нашли небольшую связь, это еще не означает, что нужно отбросить эту версию. Ну что, ну, учил Родионов эту Маркову на фортепиано, ну что? Когда агенты передали, какая есть связь между Антоном и Еленой, я копать начал детальнее. Ну? Их что, связывает не только музицирование? Они оба проходят свидетелями по делу о ДТП со смертельным исходом. Так, а почему же ты раньше этого не заметил? Я надеюсь, не прямая связь? Нет. В том деле Елена Маркова проходит под девичьей фамилией. Ну, чтоб лишний раз не светить. Детали расскажи. В общем, после очередного занятия в доме Родионовых, они выходят на улицу и видят, как мужчина сбивает женщину. Но уезжает. Они запомнили номера? Не только номера. Они запомнили лицо водителя. Денис Яровой. Вот он. Ну, что, Веня, мне нужна фамилия прокурора по этому делу. Я организую встречу и думаю, что он расскажет все детали.
Да. Лихо, конечно. Неужели Рова действительно убрал свидетелей? Есть доказательства? Пока нет. Мы только вчера стали его рассматривать как подозреваемого. Давайте поговорим о деле. Где сейчас Яровой? Ну, после ареста его освободили из-под стражи под залог. Но до конца судебного процесса он не может покидать страну. А судебный процесс уже начался? Нет. Ну, только закончили следственные действия. А дата вступительного заседания назначена на следующей неделе. То есть, получается, свидетели должны были выступить в суде, да? Да. У нас есть их предварительные показания, но на суде они должны были рассказать все и опознать Ярового. И после этого его посадили, без сомнений. У него уже были штрафы за превышение, а тут ДТП и побег с места аварии. Я вас попрошу, если у вас будут доказательства его причастности к смерти свидетелей, дайте мне знать. Я его упеку пожизненно. Хорошо. Я только одного не могу понять. Зачем было убивать еще и супругов? И зачем было так изощряться с телами? Мы это выясним. Обещаю. Ну что, как успели по Яровому? Мы проверили, по указанному адресу он не проживает. Понятно. А это уже является нарушением выхода под залог. Некоторое время назад он устроился охранником в клуб. Ну что, там должны знать нынешний адрес Ярового. Но если он причастен, то уже подался в бега. Да. Ну, с другой стороны, зачем ему убегать? Сейчас он от всех свидетелей избавился. Ему ничего не угрожает. Ну, а может, все-таки улики остались? Может, нервничать начал? Вы ориентировку разослали? Конечно. Ну что, нужно проверить, совпадают ли отпечатки пальцев Ярового с отпечатками пальцев, найденных в квартирах жертв. Уже проверили. Совпадений нет. Молодцы. Понятно. Есть еще телефон Ярового, но он не отвечает. Черных подал запрос оператору на исходящие звонки, так что пока ждем. Вот что, Игорь, как только будут какие-то зацепки, сразу мне сообщи. Хорошо. Я бы сам хотел знать, почему Яровой третий день не появляется на работе. Что такое, часто случается? Ну, он не отличался пунктуальностью, но чтобы три дня прогулов, мы такого не допускаем. Он уволен задним числом. Пока он работал, как себя вел? Да плохо вел себя. Плохо. Мог выпить на работе, а это неприемлемо. У нас все-таки ночной клуб, а не кабак какой-то. Вот, кстати, его шкафчик. Если вы хотите, я могу его открыть. Да, пожалуйста. А вы знаете его адрес, где Нет. он живет? Нет, не знаю. Вы можете забрать его вещи, а если он явится, я скажу ему, чтобы он забрал их у вас. Да, хорошо. А что он вообще натворил? Мы ведем расследование, детали не разглашаются. Вы знаете, меня вовсе не удивляет то, что вы им интересуетесь. Он тот еще тип. Угу. Смотри. Марковы и Родионовы. Адреса и фамилии. Я думаю, что это уже прямая улика. Веня? Что? Хочешь знать, получил ли я ответ по исходящим звонкам Ярового? Точно. Получил. Хочешь знать, есть ли там? Да, хочу. Давай без прелюдий. Ладно. Есть звонки. Он набирал номер Елены Марковой и Антона Родионова. Так, а на работе у него оперативники обнаружили блокнот, в котором записаны адреса жертв. Ну вот и все. А большего нам и не нужно для его задержания. Да, но вот у меня другой вопрос. Если он собирался их убить, зачем звонил? Ну, явно же не предупредить их об этом. А мы у него и спросим, когда задержим. Окей? Погоди, я проверил его банковскую карту. У него было немного денег, но неделю назад он все снял. Ну вот. Все сходится, видишь? Деньги нужны ему для побега. Это да. Да. Спасибо, понял. Ну вот, видишь, есть отклик на ориентировку. Сейчас Яровой спустился в метро и едет по красной ветке. Яровой остановить. Если вы будете бежать или оказывать сопротивление, мы будем вынуждены стрелять. На каком основании меня задерживают?
Вы подозреваетесь в убийстве Елены и Сергея Марковых, а также Антона и Юли Родионовых. Их всех убили? Поедем с нами. Понятно. Поехали. Итак, для начала... Я не имею отношения к убийству этих людей. А вот улики говорят об обратном. Какие улики? Записи с адресами жертв в вашем блокноте. Звонки на их телефоны. И потом, у вас был мотив, необходимость, чтобы они замолчали. Ну, вы что можете сказать на этот счет? Я не имею отношения к убийству этих людей. Я так понимаю, разговора не будет. Да, я искал встречи с ним. Но не для того, чтобы убивать. А для чего? Я хотел договориться. Денег им предложить. Помочь, вопросы какие-то порешать. Ну, вы понимаете. Я-то понимаю, что дальше? Они оба не захотели со мной общаться. Но я решил на время затаиться. Я в тюрьму не хочу. Что вы делали вчера в 10 часов вечера? Я в магазине был, я точно это помню, он закрывался. Я сумку покупал. Ладно, это мы проверим. Добрый день. День добрый. Чем могу помочь? Так, значит, нам необходимо знать, приходил ли к вам вот этот вот человек в среду в 10 часов вечера. И покупал ли он у вас спортивную сумку? Так это чек он сохранил? Если бы он сохранил чек, мы бы вас не беспокоили. Ну, это да. Хорошо. Я могу вам показать записи из камер. Хорошо, будьте любезны. Среда, говорите, да? Так, вот, смотрим. Вот. Да, он, спасибо вам большое. Ну что? Он был на записи. Значит, убийца не Яровой. Я знаю. Откуда? Только что из офиса звонили. Так. Нашли еще одно тело. Почерк тот же. Ну все. Теперь версию Толстунова о маньяке точно никто не сможет опровергнуть. Поехали на место. Это что, любовный роман? Угу. Обычно такие читают домохозяйки. Он убил собаку. Я так понимаю, это дополнение к общей картине? Я думаю, что этот человек одинок, и вот так выглядит его идеальный мир. Телевизор, книга и собака у ног. А ты видела у него в ухе пробку? Конечно, видела. Есть что-то поинтереснее, напоминание на сегодня. Доктор Шестак в 14:30. Да, полтретьего к доктору Шестаку он уже не попадет. Слушай, доктор Шестак, это уже что-то. Я думаю, что с ним надо переговорить. Что, я зову медиков, пусть забирают тело. Как дела? У меня все отлично. А это Дмитрий Жизнев. 43 года, не женат и никогда не был. Он и его собака убиты так же, как и предыдущие жертвы. Понятно. И как давно? Вчера вечером около 9 часов. Убийца примотал скотчем к его руке обычный дешевый любовный роман. А это могло нести какое-нибудь послание? Скорее всего, нет. В квартире Жизнева таких романов полно. Он явно увлекался подобным чтивом. Я думаю, что убийца просто подчеркнул деталь быта жертвы. Опять мы имеем инсталляцию идеального вечера. Только теперь в качестве пары у него выступает четвероногий друг. К сожалению, да. Отпечатки из квартиры Жизнева пока ничего не дают. Работал он в консалтинговой фирме. Ну а что с биографией? Все в порядке, проблем с законом не было. Характеристики хорошие. А с коллегами как? Все нормально. Коллеги характеризуют его как человека трудолюбивого, но слегка нудного. Но я считаю, если он 43 года так и не женился, нудным он был не слегка. Это пока все? Да, пока все. На сегодня он был записан к врачу.
Черных сейчас выясняет, что за врач и что лечит. Хорошо. Спасибо. Я, конечно, не очень хочу говорить избитую фразу, но все-таки ее повторю. Я же говорил... Ты о чем? Как ты о чем? О маньяке. Я сразу сказал, что не нужно искать связь. Мы имеем дело с маньяком, серийным убийцей. И по-твоему, он убивает без разбора? Нет, ну, естественно, не без разбора. Конечно же, он чем-то руководствуется при выборе жертв. Я имел в виду, что между самими жертвами связи искать не нужно. Думаешь? Конечно. В таком случае, как ты объяснишь, что все жертвы ходили к одному семейному психологу? Разве это не связь? Так, а вот тут поподробнее. В телефоне у Дмитрия Жизнева, последней жертвы, было напоминание, что его ждет некий доктор Шестак. Я проверил, что это за доктор. Им оказался семейный психолог. Да, тогда я покопал еще и увидел, что в списке исходящих звонков семьи Марковых, первых жертв, есть номер этого доктора. Хорошо. Ну, а что Родионова? Я проверил выписку по их банковской карте. Среди транзакций есть оплата на счет клиники, где работает доктор Шестак. Это лишь подтверждает, что убийца маньяк. Ты что, думаешь, что доктор Шестак убивал своих пациентов? Но он семейный психолог. А все эти трупы изображали семейную идиллию. Однозначно в этом есть какая-то связь. Да, может быть, может быть. Так, Вень, а ну покажи-ка мне фотографию этого доктора Шестак. Интересно, как он развит физически. Прошу. Любите желать. Что? Доктор Шестак женщина? Меня вообще терзают смутные сомнения. Способна ли эта дюймовочка вообще на подобное деяние? В любом случае, с ней надо поговорить. Что именно вас интересует? Нас интересует, что входит в вашу работу. Я семейный психолог. Ко мне приходят пары, у которых возникли разногласия. И я помогаю им решить. И снова стать счастливыми. Получается, вы работаете только с семейными парами, правильно? Нет, не всегда. Ко мне иногда приходят люди, которые не нашли свою вторую половинку. Я помогаю им выйти из депрессии. Например, как Дмитрий Жизнев. Да. Есть у меня такой пациент. А что вас интересует именно о Жизневе? Нас интересует не только он. Также нас интересует семья Родионовых и семья Марковых. Этих людей я тоже хорошо знаю. Это мои пациенты. Но я хочу вас предупредить, то, с чем они ко мне сюда приходят, это конфиденциально. Я думаю, это понимаем, и нас это не интересует. Тогда что? Нас интересует, ведете ли вы запись беседы? Да, веду. Как вы думаете, у кого-то есть доступ к этим записям? Нет, это исключено. Они находятся под паролем, который знаю только я. Другими словами, вы хотите сказать, что кроме вас никто не знает о том, что эти пары приходили к вам, и тем более о том, что они здесь говорили, так? Да. Ну, конечно, если они сами о себе не рассказывают другим. А могу я поинтересоваться, почему именно вы интересуетесь моими клиентами? Люди, о которых мы спрашиваем, были убиты в течение этой недели. Мы расследуем эти убийства, и связь, которую мы обнаружили, извините, не привела нас к вам. Понятно. Извините, конечно, но мы обязаны вас спросить, где вы были вчера вечером около 21:00? Я была дома со своей семьей, и муж это может подтвердить. Спасибо вам за предоставленное время. Честно говоря, я ошарашена. Вы мне, конечно, подробностей не расскажете. Ну, сейчас идет расследование, детали мы не можем разглашать. Ну, это понятно. О, скинь-ка сюда. Приходят семьи, у которых нет контакта с детьми, и вот это их рисунки. Скажите, а вот эти вот рисунки?
еще ребенок нарисовал. А, это не совсем ребенок. Ну, точнее, ребенок. Это мой брат Леонид, ему 34 года, но у него форма поведения, как у 7-летнего ребенка. Объясните, пожалуйста, поподробнее. Ну, он болен, у него расстройство психики. И я с ним работаю, но, к сожалению, ему ничего не помогает. Хорошо, он часто здесь бывает? Ну, иногда. Я ему разрешаю посидеть, пока беседую с пациентом. Он сидит в уголочке, рисует. Ну, пациентов, по-моему, это не смущает. Не смущает, говорите? Слушаю вас. Что там с этими рисунками, а? А то Кабирия так спешил мне рассказать, что половина не понял. В клинике, где работает доктор Шестак, были обнаружены рисунки, похожие на детские. Рисунки в точности копировали инсталляцию из мертвых тел, которую делал наш убийца. В частности, это одежда и детали интерьера. Да, но лишь убийца может это знать. Именно так. Автор рисунков – умственно отсталый брат доктора Шестак, Леонид Урьев, который присутствовал на всех беседах доктора со своими пациентами. Я проверил его историю болезни. Его заболевание называется расстройство личности и поведения. То есть физически он здоров, но его мировоззрение как у 7-летнего ребенка. А что, по заключению психиатров, его не нужно изолировать от общества? Ну, а какую опасность может нести 7-летний ребенок? Считается достаточным, что за ним присматривает его сестра-психолог и мать. Похоже, психиатрам нужно будет пересмотреть свои взгляды. Чаю. У меня есть специальные специи. Нет, спасибо, нам бы о вашем сыне поговорить. Ой, ну что я говорю? Какие специи? Совсем уже. Я имела в виду сладости. Анна, где ваш сын? Ленечка? А вот что, еще сыновья? Ну, я хотела еще мальчика. Муж сказал, и одного имбецила в доме достаточно. Скажите, а где сейчас Леонид? Имбецил. Слово такое некрасивое. Ленечка у меня просто человек тонкой души. Он любит помогать людям. И часто это делает. Вот и сегодня. Что именно сегодня? Именно сегодня вечером он собирается помочь каким-то людям. Каким людям? Я не знаю. Да в чем помочь? Ну, это же Леночкины дела. Я не влезаю. Просто сказал, что люди несчастны, и ему необходимо им помочь. Когда он вернется? Ну, я же говорю, добрая душа. Не то, что муж. Тот, знаете, что мог сделать? Взять скалку и хорошенько поколотить и меня, и Ленечку, и Иру. Анна, когда мы можем поговорить с Леонидом? Он такой сильный, хоть и худой. А, Ленечка? Он сказал, что сегодня будет поздно. Сказал, чтобы я ложилась, не ждала его. Ну, как я могу не ждать? Я же мать, и потом. Мои мигрени, они уж точно не дадут уснуть. А не собирается ли он сегодня помочь новой паре? Спасибо, Анна. Можно? Да. Ну что, говори, ты нашел Улива? Почти. Запрос отправил. Какой запрос? Я проверил всех пациентов Шестак, на консультации которых присутствовал Леонид Ульев. Таковых оказалось 5 семей. 5 – это уже с учетом тех, кого он убил? Да. Осталось 2 семьи. Ты понимаешь, что... Время не терпит. Он может наведаться в любой момент к одной из этих семей. Понимаю. Значит, мы откладывать не будем. Отправляем оперативников к обеим семьям. Да, но проблема в том, что мы адресов не знаем. У Шестак адресов этих семей нет. И телефоны их тоже не отвечают. Бред какой-то. А куда же ты отправлял запрос? Да, но я по геолокации. Пытаюсь вычислить эти телефоны по GPS, но ускорить процесс я не могу. Все. Ну что, почему ты делаешь?
Так ты все же не хочешь поговорить. О чем говорить? И так все понятно. Доктор Шестак советует разговаривать. Зачем мы ходим к ней, если ты не слушаешь ее советов? О, давай, давай. Я всегда во всем виновата. Тебе не показалось, что дверь открылась? О, ну вот опять. Ты слушаешь какой-то шум на площадке, а не меня. Толку разговаривать? Марта, ну сколько можно? Ты меня достала. Прекрати. Я пришел помочь. Встань. Нет. Встань, я сказал. Опусти ствол. Я пришел помочь. Опустите оружие. Извините, что вы побеспокоили. Всего доброго, воркуйте. Совет да любовь. Всего доброго. Психология, конечно, штука тонкая. Видите, врачи решили, что Ульев может жить среди людей. И ошиблись. Да. Наш Толстунов был прав изначально, что мы имели дело с маньяком. Но всегда полезно прорабатывать все версии. Просто сами действия убийцы натолкнули меня на мысль о его ненормальности. Как по мне, так человек, совершающий преступление, уже ненормальный. Это да. И самое интересное, что пациентов доктора Шестак, которые приходили к ней на консультацию, не смущал посторонний человек в кабинете во время консультации. Просто они были слишком зациклены на себе и на своих проблемах. И потом они видели, что он неполноценный, и просто закрывали глаза на его присутствие. А он слышал все их проблемы и видел в них себя. Он ведь тоже рос в проблемной семье. Вполне возможно, что он искренне считал, что убивая их и делая подобные инсталляции, он как бы сохраняет их семейную идиллию. Это да. Наверное, он так и не понял, что сделал что-то плохое. Ну, самое главное, что мы его остановили. Ведь, как говорится, за маской счастья несчастье не спрячешь.